И, наконец, 12-я, последняя версия из тех, что я решил записать. На первый взгляд, может показаться, что она проще предыдущей вариации. Здесь я буду распределять удары правой руки следующим образом. Одна нота на тарелке right и две ноты подряд в один и тот же напольный том. На самом деле, этот вариант сложнее предыдущего, потому что тут у нас больше шансов запутаться и ошибиться. Перед этим мы играли цепочку из трех разных повторяющихся друг за другом звуков, и наш слух нам подсказывал, что после одного звука должен следовать другой. Также можно было дополнительно визуально проконтролировать перемещение правой руки. Она должна была пройти по трем точкам, и нам хотелось это не только услышать, но и увидеть. Теперь же визуальный фактор контроля почти исчезает. Отслеживать на слух нужную последовательность звуков не так просто, потому что нам и без того хватает, зачем следить. А отдельно взятая партия правой руки является довольно разреженной во времени. И наше внимание успевает отвлечься на что-то другое между ударами одной руки. Поэтому поначалу вполне ожидаемые ошибки. Это нормально и делает упражнение лишь интереснее, несмотря на его меньшее тональное разнообразие по сравнению с предыдущим упражнением. Ногами я так же, как и в предыдущем видео, сыграю паттерн самбы в двойном времени.